в общем, я, поскольку здесь живу, вот на этой планете, да, я еще один приказ у правительства прошу. Только приказ. Мне помощь не надо. Помощи не надо. Ну дайте приказ убивать, который на тебя агрессивно человек налетает, и чтоб я его грохнул, этот человек. Все. И преступления больше не будет. Еще раз от государства прошу, прошу, дайте. Пускай он вооруженный, этот человек, будет с автоматом, с пистолетом, да хоть до зубов урон. Я его руками этого бандита задушу. Дайте приказ. Но этого приказа у правительства нету, потому что у этого правительства замызганы. Я должен дрожать перед этим бандитом. Я ему должен все отдать. Все отдать. Я даю. И меня мерзким пакостным считают. А бандит на высоте. Все. А мог бы этого бандита грохнуть. А что тогда получается у нас? В жизни-то у нас что получается? Который вот этот стрелок банкерцев убил 5 штук. Да! Древанул. Они ему плохо сделали. Плохо сделали. Он правильно сделал. Он и грохнул. А вот Бакере Путин когда-то ездил с Бакерами на впереди он, а Бакере эти. Вот эти тети Бакеры. И вот этот парень правильно сделал, что их 5 уничтожил. Хотя бы 5, и то прекрасно. Вот так-то. Эти просто бандиты, натуральные эти Бакеры. Бакеры? Они сели. Это фашист был. Все. Ничего не могу объяснить.